магазина вот ушли. И это, ну и решили чуть-чуть на воздухе побыть, сели вот на лавочку. И тут слышим что-то такое. Муж раз присел, а оно дым, ну вот отсюда. И тут вот такое, мы бегом в подъезд. Приехал скоро какой-то мужика на носилках. Видать, он мимо шел, потому что мы сначала думали, что в дом попало, но потом вышли сейчас. Ну, у нас балкон разбито, все, там стекла все. Стекла вроде повылетали. Мы были на кухне, так. Далеко от этого, слышишь?